Золотится роза чайная, как бокал вина. Между нами дверь стеклянная, между нами тишина. Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург? Нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят вам. Да. Спасибо большое. И надеюсь, до встречи. Центральная станция, администратор. Доброй ночи. Доброй ночи. Что там у нас? Вечеринка в разгаре. Ну да, да. Приедете диджействовать? Да, это диджей Миша. Узнали? Ага, да, естественно. Куда ну, без вас сегодня? У нас? Как там по движняку? Есть что, кого развлекать? Да, да. Естественно. Ну, хорошо. Значит, полгорода уже собралось. Меня и просто... Миша уже тут. Ну, я с новой программой же к вам, пожалуй. Сейчас еще диджей Боб подъедет. Значит, новая программа. Как? Боб? Да, диджей Боб. На парах мы вместе езжаем. Да. Но он не такой известный. Ну да, он еще пока не дотянул до моего уровня. Да. Ну я понял. Так, а что там пока по VIP? Еще держит оборону. Ага. Что там по VIP-комнатам? Что еще раз? По VIP-комнатам. Есть что свободное для меня? Потом, после выступления, чтобы я расслабился. Да, как всегда, точеные стоят. Вот, это... Я сам сейчас сижу, у меня на бубенине, думаю, быстрее бы уже к вам, чтобы выступить по полной. Да, да, да. Ну, хорошо, хорошо, это прекрасно. Сейчас я пойду тогда побрею яйца и буду кормиться. Да, можно и так. Ну, хорошо, тогда жопу помою. Все, понял. Сейчас, да, возьму, соберу оборудование, свой микрофон, караоке возьму с динамиком и приеду. Все. Ну, отлично, отлично, ждем. Все, давай, все, готов попку. Ага. Да. Ну да, ну да. Шикарно. Ага. Завелся почти. Сауна, вода? Алло. Да. Это вода, да? Да. Это я, диджей Миша. Говорите. Я говорю, что там у нас по вообще в целом-то, по состоянию настроения. Что, мне сегодня выходить на работу или нет? На работу что? На? Дмитрий, здравствуйте. По какому вопросу? Да. Здравствуй. Это я, Миша. Диджей Миша. Я говорю, что у нас сегодня? Выходить на работу? Ага, выходите, да. Я про сегодня наш новый концерт будет. Да. Алло. Здравствуйте, меня зовут Светлана, компания «Лента». Какой у вас вопрос? Здравствуйте, я прошу прощения за столь позднее беспокойство. Как-то... Алло. Меня зовут Антон Павлович. А да, я вас слушаю. Какой у вас вопрос? Я хочу тушеночки. Очень приятно, Антон Павлович. Тушенки хочу. Мне тушеночку. Можно вам заказать тушенку? Я хочу тушеночки, блин. Извините, пожалуйста, Анатолий Павлович. Да, Антон Павлович, я хочу тушенки. Павлович, ну, вам нужно будет для того, чтобы заказать через мобильное приложение. Я хочу тушеночки очень сильно. Только так оформляется. А 24/7, да, тушеночка можно или нет? Я хочу тушеночки, понимаете? Я хочу. Вы в магазин можете сходить? В магазин не смогу, я хочу тушенки. Ну, в магазин сходите, там... Я хочу тушеночку есть, ячку ди, блин, кушать, курить. Тушенки? Да, тушеночки хочу. Я хочу самую вкусную тушеночку. Вам нужно будет пойти купить в магазин, либо заказать через доставку. Я понял, то есть так нельзя, да, по телефону заказать тушенки? Я хочу тушеночки.
Нет, нет, это горячая линия. А, я понял, это горячая. Это горячая линия, к сожалению, мы доставку не оформляем. А, ну ясно, я понял, а тушевочки нету. Я понял, блин. Я остался без тушевочки, я хочу. Я хочу ее, понимаете? Я хочу взять тушевочки и покушать. Я хочу ее. Еще чем-то могу я вам помочь, Анатолий Павлович? Нет, просто можете сказать, что мне там, допустим, тушенки хочу я. Я хочу тушенки. Вас как зовут? А меня зовут Патимат. Я понял. Ну, а меня зовут... Я хочу тушенки, блин. Я не хочу ничего в этой жизни решать. Я просто хочу кушать тушенку. Ну, к сожалению, в этом вопросе я вам не могу помочь. Я понял. То есть я тушенки хочу, а вы мне не дадите. Я хочу тушеночки. Я очень ее хочу. Я хочу кушать тушеночки. Кусочки доставать из баночки, поедать их. Кусочками. Кусь. Я хочу тушенки. Я хочу. К сожалению, я ничем вам не могу помочь. Хороших вам покупок в ленте. Спасибо. Я приеду. Пожалуйста, ответьте на два вопроса. Решил ли оператор ваш вопрос? Нажмите 1, если да, 0, если нет. Да. Оцените, был ли оператор достаточно вежлив при общении с вами по пятибалльной шкале, где 5 очень вежлив, да, 1 совсем вежлив, нет. Да, вежлив очень. Спасибо, ваши ответы приняты. Вы помогаете ленте становиться лучше. Пожалуйста, я хочу тушенки, все равно хочу. Все хотят тушенки, я не исключение, я хочу ее. Что в целях улучшения качества обслуживания разговор со специалистом может быть записан. А можно позвонить тушенку заказать? Алло. А вы ошиблись. Ошиблись номером. Это заправка. Заправка. Центр поддержки. Поддержка, ЕКО, да? Да, поддержка. Вечер добрый. Значит, смотрите, ситуация. Здесь не совсем приятно буду общаться, потому что я злой на вас. У меня мототехника заглохла после заправки вас. Что делать буду? Мототехника стоит, не едет. Дырчик. Мой мотоблок приехал заправлять к вам. Мототехнику. И у меня что-то новое. Топливо как будто намешали туда. Что-то. Не работает, машина не едет. Мотоблок мне, культиватор не работает. А? Давайте составим обращение. Ну, скажите, на какой заправке вы заправлялись? Вот это заправлялся. По какому адресу? Да, вот здесь приехал, здесь раз, оно у меня что-то не это самое. По какому адресу? Да, какому адресу? Вот в Москве, то какому адресу? Вот, пожалуйста, вот сейчас. В Москве много заправок. Я знаю, много заправок там. Видео нет, магазин тут. Третье кольцо, на третьем кольце у меня. Если раз, и это самое, подъехал мотоблок. Я вообще колхозник. Мотоблок, мототехнику заправил. Через М5 раз проезжаешь, как раз туда, раз, М5, проехал, мототехника, фыр-фыр, туда заехал, мотоблок заправить, раз, туда, раз, налил полный бак. У меня там бак большой, раз, и все. Начал ехать вот по третьему кольцу. Ну, где у меня, вау, этот. Раз, и у меня бах, и все. Техника, все, нет, не едет. Мотокультиватор не едет. У меня завтра пахать огород уже, а мотоблок у меня все. И у меня жена домой не пускает уже все, потому что я остался здесь. Пожалуйста, решите вопрос, почему некачественное топливо мне сюда нафыркали. Пожалуйста. Топливо у нас качественное. Кто сказал? Я такого не говорил. Поставки лукойловские у нас. Оригинальный лукойлов? У вас не оригинальный. Вы мне скажите адрес, да. АЗС. АЗС, да. Да. Вам, да. Что? Я вам называю. Сушевский, Сушевский вал, 25. Сушевский, Чикаго, Сушевский. Не понимаете, название. Сушевский вал, да. 25. Сухачевский, какой, да, вид топлива? Какой вид топлива у меня на мотоблоке? Как вы думаете? Мотоблок. Какой вид у меня? Дизель? Конечно. Полный привод у меня. 4x4. Дизельная машина. Мощная. Это культиваторы называем. Когда заправляли? С какого числа? Да вот я сегодня, час назад, технику залил. Раз и все. Стал, то я остался пенсионер, моряк, то я, ты, не могу ехать. Я себе еще эти проставки поставил, колеса шире сделал.
Ну, думаю, сейчас фыркну раз по третьему кольцу. На мотоблоке. У меня техника, она не быстрая, там, 21 километр в час. Я раз пошел, у меня же должна быть скорость, понимаете? А у меня нету. Техника раз, и все, раз, и я ее газ, а она мне тормоз, и я раз ее туда, сюда. А у меня все уже, техника, мотоблок встал, все. Вас как зовут, Светлана, да? Контактный номер вашего телефона оставьте. Вас как хоть зовут, хоть запомнил вас? Для связи с вами. Светлана? Света, вы, да? Да, да, да. Контактный номер телефона можете оставить для связи с вами? Контакты может быть только за зоопарк. Оставим заявку. А? Кому заявку? Жалоба на качество топлива. Не надо мне здесь жаловаться. Вы скажите мне, почему так мало налили? Топливо у меня вытекло. Да? На Лубянке не доехал, блябую. До Лубянки ехал. Вот через это кладбище на Дубянку заехал. На мотоблоке ехал. Тормозин, добрый вечер. Здравствуйте. Света, Света, да. Добрый вечер вам. Заказ. Я не Света. Ну, я не услышал. Я пенсионер, вы ж не, это, не судите. Как вас там зовут? Скажите, а с какого номера вы звоните? С какого города? Я вам звоню с городского номера. Вы мобильный мне только запишите, чтобы доставку на него звонить. Извините, вы позвоните с мобильного телефона. Всего доброго вам. Мудина. Алло. Позвоните с мобильного телефона, пожалуйста. Повторите, пожалуйста. Я сейчас отходил от телефона. Я говорю, с мобильного телефона позвоните еще раз. А я вам с какого звоню? Ну, у вас какой-то номер... определился, 7-800, там, ну не принимайте таких это номеров. Это мой домашний номер телефона, Светочка, домашний. Ну, я понимаю, но домашний номер такой тоже не бывает. Вот перезвоните с мобильного ясно. Телефона, вот Света да? примет заказ. Я человек с отклонениями, я дурак. Ну, тем более, да, извините. Звоните с мобильного телефона. Я дурак, я дурачок, понимаете, я хочу утробу набить свою, жрать хочу. Всего доброго. Я хочу набить свою утробу полную, блядь.